Заработать деньги, и причем немалые, исключительно своей головой, вполне реально. Благотворительный фонд Потанина доказывает это российским студентам уже без малого 14 лет. За это время потанинскую стипендию получили более 17 тысяч студентов. Попасть в число счастливчиков можешь и ты. Требования довольно простые. В этом году поддержку в рамках программы могут получить студенты-магистранты. Достаточно заполнить заявку на сайте фонда и убедить экспертов, что именно ты достоин Потанинки. Кстати, советуем поторопиться. Прием заявок заканчивается уже 1 декабря. Ну а после самое интересное. Конкурсанты, прошедшие заочный тур, примут участие в деловой игре. По ее итогам 300 победителей будут получать стипендию в размере 15 тысяч рублей до конца обучения.